Доброе время суток, дорогие друзья и мои прекрасные зрители. И сегодня хочу поздравить вас с наступившей уже Пасхой. И хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви, счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали. Пусть эти дни подарят нам надежду и удачу. Пусть мир снова будет полон добра и радости, и веры, мои дорогие друзья. Сегодня вы увидите небольшой обзор моих покупок, которые как нельзя лучше подходят для светлого праздника. Это несколько предметов семикаракорской керамики, дополнение к моей коллекции. Эти вещи расписаны вручную яркими красками, и в то же время их рисунки нежные, трогательные, цветы, птицы, радость и счастье. Особенно меня поразил размер этой чашечки. Очень подошла. Но, как видите, здесь и очень красивый рисунок. И вообще у меня не было чашек семикаракорских, еще пока не купила. Но вот это первая, и она мне очень подошла, потому что пить надо больше, а есть надо меньше. Ну вот, как раз вот этот вот и размерчик. Ну и также, как вы видите, у меня чайник. У меня уже на даче есть чайник. Я вам сейчас напомню видео, когда я его покупала. Ну вот, много чайников не бывает. Я собираю коллекцию чайников, вы знаете. Ну вот такой вот веселый чайник я и купила. Ну и вот такая у меня корзиночка. Тоже расписная. Смотрите, с какими красивыми цветочками, сделана вручную. Я думаю, что она очень похожа, во всяком случае, по стилю. И я отвезу ее на дачу. Она там найдет свое место. Ну, а сейчас давайте вспомним, что я купила в прошлом году. Так что пополнение моей коллекции. Интересно, что, открывшись в 1972 году, предприятие работает и по сей день. И у меня никогда не было такого маленького миниатюрного чайничка. Теперь вот видите, у меня такой миниатюрный чайничек и две подставочки под яйца. Всех-всех благ, любви, ну а самое главное – веры. Веры в Господа и исполнение всех заповедей. Будем исполнять все заповеди, будем счастливыми. Я уже почти смонтировала видео, но вспомнила, что совсем недавно я купила вот такую вазочку. Видите, как цыплятки на ней. Тюльпаны распустились. Вот. Так что у меня теперь еще и такая вазочка есть.